благодарю зрителей и болельщиков, ну особенно спортсменов. Сюда съехались сливки нашего секретного спорта, дисциплины мотокросс. Болейте, наслаждайтесь, всем удачи, без поломок и травм. У меня тут желающих не так и много, и стартовую партию так мало делать. Всем кискам пиз. Сегодня второй этап Кубка России. К сожалению, первый этап не удалось заснять для дорогих зрителей, но получилось это сделать на втором. Правда, немного пропустили квалификации, была грязевая гонка, и снова сегодня будет тоже грязевая гонка. Но ничего, мы уже привыкли. Квалификацию засекся третьим. Сегодня отличное настроение, хороший день. Я наконец-то нашел механика. Не буду мыть лично мотоцикл, что не может не радовать сегодня. Ну и в целом, боевой настрой. Ребята, хорошие гонщики. Мотивация победить сегодня. Отгоняли тренировку, как видите, было немножечко грязновато, но в целом интересно, кайфово, настроение поднялось, немного забили руки, ну и готовы в целом к первому заезду. Сейчас механики моют мотоцикл, подготавливают его, я буду заниматься своей формой. Очки — это самое главное для спортсмена сейчас, и поэтому нужно не облажаться. Будем газовать, полный газ, усы наладили, болейте за нас. Заряжаем отрывные ламинацию, 14 штучек, так как сейчас нет дождя с неба и можно, в принципе, ехать не в перемотке для большего обзора. С этого года новый спонсор, X-Brand. Отличные очки, сейчас тестируем их и тестируем, как видите, очень боевых условиях. Очень доволен продуктом. Спасибо, Rightstream X-Shop. Trust. Trust.
Соревнования в целом у нас закончились позитивно. Всем спасибо за то, что наблюдали, смотрели. Ваша поддержка у нас в сердечке. Гонка сегодня была грязной, но достойной, я считаю. Я немного разбился в первом заезде, но во втором исправился и все сделал как надо. Артему Назарову просто не повезло, порвалась цепь на первом кругу во втором заезде. Но ничего страшного, мы не расстраиваемся и двигаемся дальше. Life fast, die last. Будьте с нами. В первом заезде, наверное, был очень неуверен. Покрытие трассы было очень плохое. Решили ехать тренировку, не мог найти свой ритм пол заезда. Все так растянулись, потому что просто, грубо говоря, докатывал заезд. Во втором заезде был хороший старт, нашел хороший ритм, прокатывал все повороты четко, старался именно на четкость работать. И вот в целом так, в принципе, доволен своим результатом. Мы увидимся уже на третьем этапе Кубка России. Это Сахарный завод Бекова. Следите. Всем удачи. Завершилась гонка. Первый заезд был очень грязный. И это, наверное, одна из самых грязных трасс, которую я видел. Всю ночь шел дождь и весь прошлый день. Костян, я перезвоню. Трасса получилась очень интересная, потому что она разбилась, выкаталась. К сожалению, на наших гонках редко такое получается, потому что, чтобы были такие траектории, колеи, нужно очень сильно пахать и поливать трассу. Но в этот раз погода нам помогла, несмотря на грязь в первом заезде. Второй заезд получился суперинтересный, и трасса была офигенная. Про свой личный результат, конечно, есть над чем работать. И выступать с лучшими спортсменами нашей страны никогда не будет просто. Но я очень рад такой возможности приезжать на такие гонки, на интересные трассы с интересными спортсменами, потому что именно в такие дни ты выявляешь свои слабые стороны, над чем тебе нужно работать. И, как говорят многие гонщики, одна гонка лучше трех тренировок. Держим путь вперед на следующие этапы и покажем свой лучший результат очень скоро. Представляете, вот сюда приземлиться. Можно же вообще убиться. Из-за чего сегодня я не оказался на подиуме. Но на самом деле виновник это был какой-то из камней. Я сейчас его точно не найду, который залетел в звездочку и порвал во втором заезде. В первом заезде удалось сделать полшот из-за того, что Сергей Прытов с Тимуром немного пролетели поворот, а я притормозил и заехал в мало, и получилось выехать первым. Ну а в такую погоду старт очень много влияет, да и в принципе в целом он очень много влияет. Удалось поначалу немного отъезжать, сделать хороший отрыв, потом я слышал, что соперники падали, и отрыв был еще больше и больше, но за три круга до конца я сам вдалеке на песке прилег, заглох, пока вставал, меня прижало, и опять отрыв сократился, и в конце удалось немножечко его удлинить. В целом был хороший боевой настрой на второй заезд, и очень хотелось выиграть эту гонку для себя лично, потому что очень давно не было побед, была череда вторых мест, так сказать, и был настроен максимально, чтобы сегодня показать и достичь максимума. Что Бог не делает, все к лучшему, мы работаем дальше. Следующая станция Курск. Будем газовать опять в полный газ. Всем кискам пиз, смотрите нас и любите.